Этот мальчик Резван, которого забили насмерть. Это его друг Дима, у которого он жил. Даже жесты не скрывают эмоций. Такое в этой тихой компании и в страшном сне не могло привидеться. Их глухонемого друга Резвана Магомедова жестоко убили. Как рассказывают близкие, сначала парня избивали на улице Ставропольской, затем увезли за город. Запихали его в машину, и сзади поехали еще 9 машин, и его голову нашли в лесу. На помощь пришли местные жители. Очевидцы вызвали скорую, и парня увезли в больницу. По словам родных, у него были полностью отбиты почка, селезенка пробита голова. Через несколько дней Резван умер. Его мать Сураят Магомедова считает, причиной трагедии мог стать конфликт на работе. Вместе с компанией других глухонемых ребят Резван подрабатывал на автомойках. И якобы в последнее время получал смс-сообщение с угрозами от лидера компании. Он сказал ему: плати мне с тех денег, которые ты зарабатываешь, 50%. А мой сын сказал: у меня нету таких денег. И на этом почве он натравил всех глухих ребят, русских ребят на моего сына, чтобы они его избили. Избили его 30-40 человек на одного. Как говорит адвокат семьи Аяс Ахметов, сейчас задержаны двое подозреваемых. В этом деле еще предстоит разбираться. И странным, значит, кажется, что более, ну, насколько у меня, опять-таки, информация позволяет, то есть более 10 человек, даже 20 человек участвовал в избиении данных лиц. Насколько я, опять-таки, обладаю информацией, началось преступление в одном, совершаться в одном, как бы, районе, потом вывезли в другой совершенно район. Но, опять-таки, пока я считаю, что даже квалификация данного преступления неправильная, неверная, но я думаю, что, опять-таки, только предварительное расследование как бы ведется, и я думаю, что точки над «и» будут поставлены. По факту гибели Резвана Магомедова возбуждено уголовное дело. Статья «Причинение тяжкого вреда здоровью группы лиц». Сураят Магомедова отправила тело сына в Дагестан. Резвана похоронят на родине. Не в силах сдерживать слезы, она снова и снова просматривает фото на мобильном телефоне. Вот его небесно, он вот таким у меня был, а его сын вот таким. Айгуль Зиганшина, ГИС «События».